В парке Степаново появился новый арт-объект – носорог. Ивановцы ошибочно приписали металлическую скульптуру Владимиру Волкову, автору целого ряда работ, которые стали изюминкой парка. Но на самом деле его сделал Сергей Бурцев, скульптор со стажем. Его работы украшают разные районы города. Хорошо известны, например, композиции «Аисты» и «Сломанный меч» на площади Примирения. С металлом скульптор работал впервые. Металл – это металл. Это моя мечта, и вот она сейчас осуществилась, и надеюсь, будет продолжение. Сергей Бурцев рассказывает, что от идеи до воплощения прошло много времени. Первые варианты носорога были сделаны еще 30 лет назад. Скульптура выполнена из кованого листового металла. Ее автор решил подарить парку. Все работы здесь произведены на безвозмездной основе. Ну, мы подключились, конечно, поддержали и со стройматериалами, и людским ресурсом. И как-то вот в тандеме получился вот такой результат. Новый обитатель встречает ивановцев на пути к сенсорной дорожке, которая этой осенью появилась в парке. Автор постарался сделать так, чтобы прикасаться к носорогу было приятно. Когда его гладишь, то это надо просто чувствовать, просто прийти с ним и пообщаться. И он как живой, даже вот когда с ним начинаешь общаться, то как-то он отвечает просто. Когда работа делается для того, чтобы с ней общаться, а не просто она стояла. Уже после носорога появились работы «Инопланетянин», «Минотавр». Сейчас они находятся в частных коллекциях. Но автор не исключает, что сделал для города еще один подарок. Ведь малые архитектурные формы пользуются большой популярностью. Металлические скульптуры Владимира Волкова иногда приходится даже подправлять. Работы в некотором роде, конечно, страдают. Но они страдают не от вандализма, а просто от высокого интереса посетителей парка. Где-то подергать, где-то полазить, пощупать. Вот только на таком уровне. Можно сказать, что мода на кованые скульптуры захлестнула Иваново. Они появляются не только в парке, но и на территории общественных учреждений. У школы номер 20 появилась необычная черепаха. Такой подарок сделали родители учеников. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.